Я приходила сюда эти чертовы 11 лет. Я устала. Я пришла только для того, чтобы ты смог попрощаться с сыном. Ты знаешь, что ты сделала? Ты не должен был этого делать, сукин ты сын. Ты ненавидишь меня? Да, я ненавижу тебя. Всегда ненавидел. Хэнк? Кто ты? Меня зовут Летишия Масгроув. Мы с Хэнком друзья. Я всегда считал, что портрет схватывает человека лучше. Рисуя его, ты можешь по-настоящему увидеть другого человека. Было время, когда они знали свое место. Куда ты? Я познакомилась с твоим отцом. Отойди от меня. Думаю, у нас все будет хорошо.